Вот идем в тот замок. Замок. Такой замок с такими принцессами. Хорошо, там парковка для велосипедов, допустим, остается. Давайте посмотрим. Ну пошли посмотрим. Пошли. Да, мы внутрь идем. Эти земли никому не отдавались, не отчуждались. Они передавались только от отца к сыну. Поэтому огромный-огромный род родивилов. И как только одна из них прекращается, или веточек разделилов, другие разделилы непременно из рода. Эти земли приобретаются и добавляют к себе. Вот почему земли из рода никуда не уходили, только прибавлялись. И именно разделилы в конечном итоге практически возглавляли титульный список. А я так видео снимал. Как красиво! Вот такой замок. Малая столовая. Идем. Хотите присесть? Ну, присядьте. Я думаю, что я буду разговаривать громко. Итак, малый столовый зал. Видите, он такой более камерный по отношению к большому. Да? Опять-таки мне приятно очень, как я говорю, что не буду повторяться, но каждый раз повторяю, что и эти панели, ребенка на одеяле, даже вот это, что до сих пор вот эти элементы отопительной системы, которые я
Охотничий зал. Ну, я не знаю, дяблик, еще кто-то. Тишина, медведь. Тоже стоит. Эту трубу кричали, чтобы на охоту всех звали. Это из этих ружья убили медведя. Я не знаю. Я тебе говорю. Красиво. Я не люблю такое. Часовня.
Пойдем. Ой, прости, пожалуйста, Лизонька. Сейчас солоно только. Да. Смотрю. Давай, Лизонька, давай. Посидеть. Какая часовня красивая. Да. А там темно? Давай идем. Да, пойдем. Как красиво. Идем, Лизой, пойдем. Снаряды их заряжали в пушки и во врагов. Потом пушку стреляли. И наряды, да, одевали раньше. Красиво. Турки все это.
Чернильница, смотри, какая интересная. Что? Это табакерка. Смотри, как... вот. Что? Табакерка. Это сумочка такая. Четыре штуки. Железная. Как сумочки. И серебра это все, наверное. Да, и серебро. Плечо серебра. Давай пойдем дальше. Пойдем. Стихи попила, так хорошо погуляла, и все, на этом день закончился опять. А, ну да, вот мы сюда и зашли. Да. Раньше это открыто было. По лестнице туда спускались. Ну, и да. Можно сходить вон туда?